Час пассажира. Эту традиционную акцию на станции Пенза 1 провели после затяжного перерыва, вызванного введенными из-за коронавируса ограничениями. С 8 до 9 утра любой посетитель зала ожидания мог напрямую задать вопрос по перевозкам и обслуживанию граждан. Компетентные ответы готовы были дать начальник вокзала, представители агентства по продаже билетов, пригородных перевозок и транспортный прокурор. По словам последнего, жалоб со стороны населения немного, но они есть и в основном касаются нарушения прав пассажиров. Приятно удивлен, что вот подходили пассажиры, и вопросов не было. Вот, благодарили за качество услуг как на вокзале, так и в поездах пригородного и дальнего следования, что приятно, да, в общем-то, как бы и мне как прокурору, да. Но действительно, у нас небольшой сегмент жалоб прокуратуры. Со временем на главном железнодорожном вокзале региона собираются вернуться к регулярной практике проведения часа пассажира с интервалом раз в квартал.